Меня зовут Елена Юрчук, я лингвист и полиглот. Больше всего я люблю турецкий, я преподаю его уже 11 лет. Турецкий и английский я учила в университете, а остальные с репетиторами. Сначала я преподавала очно в университете, в разных языковых школах, а потом перешла на скайп. А потом, где-то года два назад, я поняла, что онлайн-обучение с нашими возможностями технически может быть максимально живым, и с преподавателем, с учеником, соответственно, можно быть на связи практически постоянно, а не только условно два раза в неделю по часу. Ну а теперь можно заниматься в группе, то есть также онлайн, также в мессенджерах, но теперь это и общение, и поддержка друг друга, и тем не менее можно получать обратную связь. После интенсива, когда я уже это попробовала, начались и вебинары по грамматике, и марафоны по лексике, у нас собирается каждый раз там классная компания, все учатся, чем-то делятся, каждый может практиковать. Я забыла, что надо уже говорить. На интенсиве, конечно, в основном это индивидуальная работа, с каждым один на один, и до сегодняшнего дня групповой работы не было. Но основа всегда одна – это сайт плюс мессенджеры. И независимо от формата, групповой, индивидуальный, марафон или интенсив, всегда я даю обратную связь, мы всегда общаемся, каждый имеет возможность и что-то сказать, попрактиковать речь и задать какие-то вопросы, ну и получить ответы. Базируется на том, что каждый... Что-то много, да, слов? И вот за 2 года уже 9-й поток набирается, и это, конечно, замечательно. Блин, замечательно, это потрясающе. Что, 2 месяца? Блин, я что-то попутала. Я придумала интенсив, курс для начинающих. После него, конечно же, есть и курсы для продолжающих.